Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова Римас. Мы продолжаем выживать в Ark Survival Evolved. Ребятки, вчера мы ночью затамили вот такого вот гигантозавра. К сожалению, это у нас самец. В общем, он оказался возле нашей базы. Ну, как оказалось, мы его туда подвели специально, чтобы его попытаться усыпить и, конечно же, приручить. Гигантозавр 120 уровня. Это просто редкость. Редкость из редкости всех редкостей, можно сказать, да? Я, конечно, записал сам процесс томления, как мы его усыпили, как он убивал наших ребят. В общем, вот теперь вот так вот. Мы его назвали дерзким, потому что он себя дерзко вел во время томления и во время того, когда мы вот его пытались усыпить. Что было? То есть мы его сначала усыпляли дротиками, оказалось, что не хватило у нас дротиков на все это дело, и пришлось уже добить это дело с простыми стрелами. То есть вот таким луком. У меня, кстати, арбалет уже тогда сломался. Потом мне пришлось вот этот лук достать и вот так вот продолжить его томить. Ну что ж, дорогие друзья, вашему вниманию запись вчерашней ночи. Блин, долго мы его томили. Мы его томили, кстати, киблом. Кибл из яиц кецеля. Я вам показывал уже, сколько у нас там кицелей, как наш курятник, где мы там варили и по сей день варим разные киблы для разных животных. Ну что ж, поехали. Специально посадить, да. Что-то там летает. Давай, этот. Я тогда что, начинаю стрелять по гиганту? Подожди, сейчас я уже. Не рано. Мы уже на базе. Почти. Сейчас не остальное. Что-то музыка не играет, но я попадаю в него. Музыка должна играть, кстати. Ладно, сейчас поближе подлечу. Пониже опускай меня, то я сейчас. Да сейчас у меня зависает еще все. Слушай, а если он в воду упадет, если он здесь не утонет? Может. Там мелко. У нас. Ладно, 120-й гигантозавр. Это просто жесть. Не, вот я вроде в нее попадаю, он агрится, начинается, но музыка не играет. Сейчас. Наркоты сколько на него надо? Он прям подо мной встал. Бери 1000 пока, если он рядом с базой упадет, потом еще приведем. Вот, заиграла. Блин, давай прогружайся, милая. Я ему хвост попадаю. Ну, чувствительное место. Конечности всегда чувствительны. Подростки, точнее. Короче, 120-й, ребятки, смотрите. 120-й самец гигантозавр оказался возле нашей базы. Ну, я дротики взял. Так, сейчас воды себе возьму. Ты все взял или сколько осталось? Там еще осталось, там 150. Ребят, ну что, давайте, подкатывайте. Идем. Что, брать кицали? С платформы, с большой бери. Это я не пойму. Меня забери на нем, подожди пока. Пытается меня сожрать, смотрите. Сожрать меня пытается. Назовем его Самир. Ну, он меня пока не убил. Я туза тогда беру. Платформа, да, с большой. Бери. С большой, который платформа с деревянной. Эту бери. С деревянной? Да, мы прям на нее встанем сверху и будем стрелять по нему. Деревянная платформа? Я только металлическую. Ух ты, ёптать! Ты аккуратней там. В этом ангаре стоит гигантозавр. Ой-ой-ой-ой-ой. Твою мать! Сейчас кицель сдохнут. Переагрить его, переагрить его. Я не могу кицеля поднять. Быстрее кто-нибудь нам. Позовите кто-нибудь кицеля, ребята, кицеля кто-нибудь, позовите. Ничего. Лагает, не могу выйти из этого. Какого хера кицель на нейтралке? Он его сейчас с этого. Он вроде отошло. Летел, Рим, давай лети туда. Просто свистни и все. Справа побежал на базу на нашу. Погнали.
повыше поднимай. Давай, давай, стреляй. Опа, есть контакт. Есть, стреляй, стреляй. Надеюсь, он не допрыгнет. Смотри, только не свались. А он может. Да, блин, главное, ты... чтобы ты не свалился. Слева, слева. Думаешь, сделай так, чтобы ты сзади него был. У меня так удобнее будет стрелять. Стреляй. Мимо. Нормально, он рот открывает, попал. Давай. Все, стоп. Во, еще поверни направо. Чтобы я лапы твои вижу. Направо поверни. Отлично, отлично. В голову стреляй. Попадаешь. Еще направо, еще направо. Еще правее, правее. Все, стоп. Смотри, как он на тебя смотрит глазками какими. Мне страшно. Стреляй, стреляй. Не, я не попадаю, он. Этот. Я в кецеле могу попасть по нашим. Это не мне это. Неудобная позиция. Ну, перезаряжайся. Да лагает, что-то пинг похоже. У меня еще идет. Кадры скачут. Не, 30 кадров всего. Правее возьми, ну чтобы прям ты сзади стоял. Прямо сзади. Потому что по бокам я не могу в бок стрелять. Твои лапы мешают. Все, стой. Он уже сам передвигаться вот начал. Вот он. Давай, 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 давай. Вот он побежал за рогата. О, отлично. Я попал? Да, 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 стреляй, стреляй, напихивай. То есть он прямо здесь отрубится, вообще кайф будет. Шикарно просто. Он еще долго не будет отрубаться. Блин, я может не слезть специально. Тоже пострелять. Не-не-не, это очень плохо будет. Не надо. Потому что эта зараза, она бегает. Не, на платформе по. Ну, не вот. Надо. Говорят, что иногда кицаль берет сам разъем. А может допрыгнуть? Опускается. Да. Да-да. Ну хорошо, так он тебя согрелся. Смотри, как он будем стрелять. В голову, да, меньше будет дротик. В мозг ему наркоты напихайте. Я прям в глаз. Знаешь, пока ему наркота до его мозга доберется, то мозг еще найти надо. Ты главное, думаешь, старые обиды не надо вспоминать, хорошо? Сейчас вдруг тебя переклиник вспомнишь, меня скинешь нахер к нему в пасть. Хм. Хорошая идея, да? Да, теперь музыка мне не играет. Ну, может, не слышно, ты просто далеко. Да нет, там бывает что-то такое, что... Вот если вот так вот упадет, то будет вообще шикарно. Один хвост там торчал. Чисто без палива. Ну, нормально. Я по кетцу не попадаю? Не, по нашему нет. Нет, думаешь? Не-не-не, я тебе сразу скажу. Давай, давай, напихивай ему. Сейчас он... Такое ощущение... Не-не-не, нормально, высота хорошая. Он сейчас и будет бегать туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда будет бегать. Потому что он на нас согрелся. Главное, чтобы этот дурак не прыгнул. Да хрыть, голова повисла специально. Я без прицела попал тут. Смотри, как четко Самир. Не стоит нажать одну клавишу, он так ам, сразу. Он даже делать ничего не надо, ты ему четко в рот уберешь. Прям на лету, да? Да. 120, мать его, откуда он, блин, нарисовался? А, кстати, несколько дней уже не было карту. По крайней мере, людей был сервер? Не был? Нет, не было. А тут рез какой-то непонятный сейчас, особенно с этими гигантами стал. Ах, нет, хубка появится чуть ли не со всех сторон, лезут на плесь начинают. У меня музыка. Вам еще повезло, что сейчас нашли, его, точнее заметили. Так бы сейчас вышли бы и все. Почему музыка не работает? Попал в меня. Но он на меня согрелся, я вижу. Не-не, спасибо. Ты прям в глаз стреляешь, я вижу. Смотри, смотри. Он готовится к прыжку. Я ему, блядь, прыгну. А рожица-то у него красивая. Сколько ему осталось? Сколько мы его там всадили у него? Ну, 150 я точно попал, мне кажется. Понял. Я попал по кейцелю, походу. Еще раз попал, да? Нормально не могу этот.
Не усните там. Еще раз попал. Да. Там дрочек сколько осталось у тебя? У меня 196. Блин, ну думаю, хватит. Да куда ты пошел опять? Блин, я думал уже лег. Я тоже уже на это надеялся. А этот? Думаешь, я не вижу его. Твоя лапа мне держит. Он в гору уперся. Может быть этот? Как его? Посадишь меня к ребятам? Ну да, конечно, я прям аж такой этот снайпер. Давай попробуй. Ну видишь, я не могу попадать. Но у меня музыка не играет. Я ничего уже не вижу. Тихо. Вот он. Нет, ты это повыше чуть, ближе. Попал, у меня музыка зайдет. Все, кидай. Еще. Он же скоро ежиком станет. Да кидай, не боись, нормально, если что, справимся. Кидай. Вот так вот. О, вот это отлично, дело. Все, улетай. А то скинет текстуру. О, хвостик прям попал. Ну, чтобы он не мотался туда-сюда. Так, Ренат, если я тебя скину, значит, я не виноват. Хорошо, нечаянно все толкнуть. Я как-то помню, поймал бомжа крюком его. И этот наргент поднялся и его скормил гигантозавру. Так, у тебя случайно крюка с собой нет? То есть, если меня скинешь, может, успеешь меня крюком поймать? Да делать нечего. Нет, конечно. Что он там? Где он там? Вот он, слева от Кицаля. В гору упёрся. Слева от Кицаля, ребята. А, справа получается. Так. Ну почему, если брать от головы Кицаля, то тут... Я вообще в него попадаю, если кто-то видит, скажите мне. Да что я вижу только его хуй. Ну вот это нормально. Сами слушайте, ну мне понравилась фишка про то, что можно вместе с животным брать. Да как Даша, он уже полежит. Чего говоришь? Думаешь? Ну, просто если ты нейтрала хватаешь на животном, то ты только стергиваешь вот животного. А сейчас в моменте можно брать так же, как будто и в трайбе. А, ну да, да. Есть... Ох, что, твою мать, чуть не упал. Кто меня там толкнул сзади? Если я тебя толкну, я не умру. У меня аж прям этот... Я видел. Аж прям в кресле подгорело. Ты с рампы на рампу прыгнул. Музыки нету. Играет музыка. Не играет. Играет, да? У меня тоже играет. У меня нет. Ну вот ты сейчас стрельнул, Ренат, я видел, ты в хвост попал. Да нет, тут просто видишь, в чем дело. Даже если ты попадаешь в него, еще не факт, что он попадается в реалии. Да, вот эта баллистика вообще здесь не работает. Музыка играет. А у меня нет. Мне играет. Не, он играет, потому что он сагрины. Скалу уперся. Где этот засранец? Вот он, слева по борту он в скале. Ренат, назад, ты чё? Спрыгни еще, а? Смотри, дорогая. Спрыгни, чекни, пожалуйста, где он там ходит. Ты сейчас в этого попал, в крыло. Я пытаюсь его выцелить по хвосту. Ну подойди наконец. Да вот в жопу рамка, ему стреляй большую. Рамку видишь? Вот а я ничего, я все равно ничего не вижу, там темно. Ладно, темно, нормально все. Как темно? Нормально, мне ничего не темно. Вы издеваетесь надо мной. Там что все хуй, я же в него херану, подожди. О, чувак сверху уже стоит. Гаси его, короче. Прыгает. О! Упал что ли? Он допрыгнул до меня. Прикинь? Допрыгнул, да? Да. Кровотечение, да, пошло? Да. Он походу звереет, ребят. Он сейчас вот-вот должен лечь. Блин, в меня стреляете, ребят. Я не стреляю пока ни в кого. Я не могу увидеть. Ой, ты что? Опять в меня. Вы сейчас меня насадите. Ты в голову стреляешь, видишь, голова его. Торпор пошел. Да этот кицель тоже на свою голову вечно пихает куда не надо. Отвернись. Может следить за персонажем. Так, куда он ушел?
под нами. Да, оказывается, Кесель-то, я думал, ты головой туда смотришь, в сторону фонтана, он, оказывается, в эту сторону. Где он, его не вижу? А вот он, вот. Да вот он, уперся. Слева от Кесселя. Подлететь сзади туда? Не-не-не, на. Не на, мы на фоне. Думаю, все так и правда, я не знаю, мы попадаем, не попадаем. Ты их это крылом зацепишь. Так, не виднее. Ой, извиняюсь. Ты крылом зацепишь просто, они могут слететь. Да, да, да. Будет, конечно, прикольно, если я упаду. Если мы вдвоем упадем еще. Во мне шмотки, шмоток, у меня. А, во мне, кстати, базука, ребята. А было базуку снять. Да конечно, тут гаси по нему с базуки все. Где он? Чудище то. Где он? Под нами. Со стороны головы. А вижу голову. Он не упал там? Нет, еще. Я уже хотел спрыгнуть, я думал, он упал там. Только шибко, вот он упал. Он так четко сейчас стоит. Да, я ему голову прям попадаю. Да как даже он уже отрубится? У меня же второе ружье на исходе. У меня сейчас арбалет на исходе скоро. Не, у меня есть еще одно ружье. Но я уже пить хочу, жрать хочу. Я тоже, кстати, сейчас у меня вот то, что есть, у меня закончится, и все. Ой, как он качается-то. Где он? Да вон в горе. Да вот гору упорщик. Слева по боку. Вот не мог ты немножко пораньше утром появиться? А? Подожди, мы его еще утром будем стрелять. Скажи спасибо, что ход возле нашей базы все это дело происходит. Кстати, тоже там. Да. Я просто его уже вижу, только хвост. То, что под он вами. На белом фоне. Он под вами. Точно под нами, да. Ну давай, Васька, падай, ну. Блин, мимо. Васька, давай, ну. Мы тебя кормить будем. Бомжей к тебе будем переносить, ты их жрать будешь, свежачок. Слушай, мне кажется, чтобы его уложить, это больше времени требуется, чем его накормить. Понял? Прямо беги! Беги направо куда-нибудь, он тебя сейчас подхватит. Бля, вот что ты сделал? Нахрена вот ты? Все, отводим его? Шмот не надо, не надо, не надо. Чего надо? Шмот будем лутать? Не надо, потом залутаем шмот, успеем, надо его уложить. Хорошо. Он сейчас вот тут должен лечь, по идее. Подлетим? Да я это не знаю, я вот вроде попадаю, не попадаю. Блин, далеко ты, наверное. Думаешь, подлети к нему, а там, подразни его, пусть он за тобой полетает, побегает. Да, дротики возьмите с ручки. Не, я спускаться не буду, я же не дурак. Да он стоял нормально, почему не упал? Он под нами. Ты стоял на краю прям, я тебе говорю, не стой на краю. Ты прям стоял, прям вот полмиллиметра упасть. А вообще, кстати, в таких случаях надо прицепляться крюком. К своему же животному можно прицепиться, прицепился к другому нормально. Ну да. На будущее. Так, ладно. У меня арбалет сломался, беру железный лук. Он не упадет сейчас от железного лука. Если он немного в другую сторону. Да не упадет, у него знаешь сколько хп у этого гиганта. Может, давайте чуть отлетим его задержать? Не, 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 на, я попадаю. Ну, вообще аккуратно. Музыка играет, все дела. Что там, поп или рок? Ренат, ты можешь, ты без одежды, если подойдешь к сумке, успеешь. Да-да-да, ты можешь успеть, он или убежать сразу обратно. Нажми тайкол и сразу беги обратно. Ну, я тебя подхвачу, тебя закину обратно. Только не без птицы, бежком меня. Иди пешком.
Он сейчас как раз забаговался. Сейчас я мех с себя сниму. Все, снимай с себя. Можешь успеть. Подбежишь, откроешь сумку, нажмешь взять все и бегом сразу обратно. Но у меня попыток много, тут двухъярусная кровать. Там еще под ней одноярусная и пещера рядом еще. Вот сейчас вот ребята жесть, я не вижу. Ну а под нами. Я все отлично вижу. Главное не двигайся. Не-не, все, я стою. Где он, Думич? Под головой прямо. Под головой он стоит. Прямо. Куда-то, тихо, аккуратнее. Как меня откатило-то, ёптать. Я уже думал, ты все прыгать собрался. Не, а где он, я не вижу. А вот он все. Скали уже все, в скалу он сейчас прыгнется. Ну, можешь факел туда бросить. На землю. Можешь? А, он под так тобой, он четко под тобой сейчас стоит. Да-да-да, вот он после. Вот он, вот он. Вот он полез на гору, видишь его? Я уже стреляю. В скале. Ренат, ты где? Ренат, вот сейчас, если ты подойдешь, то... Не, он сейчас не найдет. Давай, Ренат, подходи, подходи, успеет, успеет. Я вообще ничего не вижу. Факел возьми. Сейчас, бегемот им этот МТП найдет. Смотри, сколько у тебя там дротиков оставалось? Там штук 100, наверное. 180. Ты, Ренат, где? Что-то ты долго вообще раздеваешься и идешь, если честно. Ну, ничего, сначала нет. Надо найти, куда идти, потому что я же ничего не вижу. Хватит, посмотри. Как найти, куда идти? Бегемот сейчас обратно зашел за факелом. Забери его, Дума, пожалуйста. Да я сейчас дойду. Я уже взял факел. Главное, что он у меня тут. Не, мы возле базы находимся, ты говоришь, сначала найти, куда идти. Ты не помнишь, где мы находимся? Где мы дамим? Да нет, я темно, помню, он я ничего не видит. Темно, он говорит, ничего не видит. Там, кстати, в холодильнике эти, возьми эти. Зрение ночное. Стой. Ко мне давай. Он что-то озверел прям жестко. Ну, похоже, уже чувствую. Ты смотри сам, не смотри, ты прям пока. Да ты, я тихо. Вот. Я не вижу его. Он прям под нами, он под прям под нами. Просто. Вот он вперед вышел. Вот он вперед. Вот он, видишь? Что, скидывать его? Ну, да. Нет, Лирей, ты вот скинь лучше там вот. Назад, назад, назад. Сзади Кицаля. Сзади Кицаля. Я вперед чуть-чуть летел. Ближе к этому, к водопаду, вот там где-то он упал. Почему? Вот здесь он прям упал. Вот тут вот, да, вот тут вот где-то бросает. Беги! Беги! Куда ты побежал? Не туда! Ты слышишь, ты его регенишь еще, он тебя сейчас мясо наест. По-моему, у тебя видел эту штуку. Может, его чуть отведем, не будем? 180 дротиков терять неохота. А вон он на его сумку. 9 минут осталось. 9 минут? Да, он прямо под хвостом его сейчас. В меня стреляешь. Самир. Да, я знаю, один раз попал. Ну, он должен лечь, да. Ну. Ты ожил? Ну, второй раз меня попал. Да этот Кицель свою бошку... Бля, потому что своей башкой меня чуть не сбросил. Ренат. Ренат. Ну, этот, Дум. Да. Готовь, сейчас будешь меня подбирать. Хорошо? Может, ты в Кицале все положишь? И попрыгнешь? Хотя бы базуку положит. Хотя бы базуку убери. Подпрыгивать не надо, я и там все. Да я не могу заюзать этот.
Кицальский. Сейчас я голову подниму, ты к ней подойди и осторожно, только крайнюю подходи. Давай. Все, вот смотри, голова справа. Ни хера не могу, сейчас подожди вот так вот сбоку. Я могу только изменить имя и все. Во, все, все, все. Все нормально? О, все отлично. А че где он? А, вот. Ух ты, блин. Так, где он там? Да вон он стоит под вами. Ренат, взял а вот Ренат. Сумку? Ренат, бери а сумку, бери сумку. Дальше, 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 дальше. Дальше беги, дальше беги. Прямо, прямо, прямо. Вот, 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 вот твоя сумка сейчас будет. Давай бошку, все. Бошку давай. Все взял. Голову, голову, давай, я тогда возьму обратно, буду стрелять. Ты все взял. Я не взял. Где она? Я ее тупо не нашел, это не та сумка была. Да вон она на снегу стоит, прямо под Кицалем. А Кицаль на том же месте стоит? Ну конечно, на том же месте. Давай, 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 теперь выбегай опять. 9, там уже 5 минут осталось, иначе она исчезнет. Думаешь, отводи гиганта. Ударь его один раз и улетай, пусть за тобой бежит. Хренушки, даже отойти не хочет. Все, наш, упал. Наш, наш, ну, наш, наш. Бери, иди. Быстро бери сумку. Где, где, где? Быстрее, быстрее сумку. Где? Дайте наркоту. Да вот она стоит рядом с вами. Тань, взяй, возьмите из нее все. Забирай. Наркоту закидывайте. Коту сразу кидайте в него. Так, я за этим, я за киблами полетел. Давай. Вот видишь, я один раз с него выстрелился. Забирай режиму. Пол наркоты забери. Сразу закидывай. Там бомж сзади него. Кецеля притащите. Там боевого. Бомж сзади него. Где бомж? Там он около головы. Фига он мне там броню поломал. Чувак, отойди, не мешайся, пожалуйста. Так, дротики следи за торпором. Взял? Да, дротики я взял. За торпором следи. Угу. Вот это жесть, конечно. 81 ты сейчас плывет, капец. Офигеть. Сколько стрел? У него в торпором 81 400. Колючки, все вот это возьмите. Да, да, блин, что творишь? Что успел? Ты его успел? Чувака усыпил. Ага. Не, ну, да я так в стороночку стою, посмотрю. Сейчас он проснется, я его тащу. Как его зовут? Да бомж какой-то. Да бомж какой-то. Слушай, отдай, пожалуйста, фляжки с водой моей. В гигантозавра закинь. А, все, пока. И GPS держи. Еще одна фляжка твоя.
Так, ну это моя уже получается. Что ж так, я не могу, у меня вообще такой слайд-шоу просто. Все, ребята, надо его дотамить, надо этот... А где боевой кетцель? Ты же на нем летал. Нет, я же его оставил, меня же потом думаешь забрал. Привезите к тому боевого кетцеля, ребята. Сейчас притащу. Обязательно сюда боевый кетцель нужен. И колючки. Чтобы бомжи всякие не приходили, чтобы кетцель их отстрелил. Вот здесь какой-то кетцель к нам летит, кто это? Это я. Я того бомжа увозил. Если что, гаси бомжей. Да, да, без предупреждения. Любой сюда проходит, сразу этот... Ну, пушки будут разбираться с этим делом. Так, что у нас там с топором? Конечно, сейчас поставить, и все. 79 тысяч. Угу. Так, 1200 наркоты, нам надо еще где-то 1500 наркоты. У нас есть там, по-моему, штук 9. Не, я знаю, что есть, их надо потом будет привезти. Да. Сейчас я беру кицаля и лечу. Угу. И в шкафу отлично. Возьми наркотики. 120, да, твою ж налево. Вот это, кстати, раскраска у него такая довольно красивая, да? Зеленовато, красновато, непонятно еще какой. Самец, ептать. Блин, была бы мочалка. Наркоты здесь 9 тысяч, сколько нам надо, я не понял. 2 тысячи еще, пожалуйста. 2,5. Самое главное, не профукать именно это дело. Потому что он может быстро торпор у него упасть. Это будет, конечно, чередовато. Ну и кетцеля сюда надо притащить обязательно, чтобы он здесь на дежурстве стоял, боевой. Так, ну что ж, вроде бы, ребятки, прекрасно прям. Один ты раптор это убил? Какого раптора? Ну, нет, у мангуста там раптор же был, у красного близко. А, альфа, что ли, который? Ну. Что-то он там промолчал, ничего не сказал, убил, нет. Не, у него ты... не убил, потому что у него там были проблемы с этим, с едой. Сарка там голодает, голодал. Кстати, я тоже голодаю. Кстати, мясо жареное, пожалуйста, мангуст тоже привези, что-то прям мясо это. И мне тоже, пожалуйста. Да. Тут холод просто. Так, а насколько он томиться будет? 3,5 часа, да? Где-то 4 часа, грубо говоря, 3, да? 3:40. Тогда голодом его этот морим, ребята. Пусть он, потому что мало ли что, может какие-нибудь бомжи придут, еще чем-то начнут его этот забирать кибл, еще что-то. То есть кибл пока не будем кладать. Да сейчас скажу, сколько нам будет. Да 3:40, 3,5 где-то. Да, можно и до 3. Не, скажу сейчас, до скольки ему голод опустить. По 80 идет кибл. Сколько у него этого? Идет еды там. А, 4,210. Ну, общее количество еды. Сейчас у него 4,87. А сколько ты сказал киблов надо? 80. Либо 60. 63, что вы сказали. 61, по-моему, да? Ну, короче, грубо говоря, 70. Еды 4,210 сейчас, общее количество. Ну, в общем, если сразу, чтобы он затомился, как он только в него... Короче, вот надо, чтобы тихо. 670 у него было голода. Понял. Киблов надо 61. На 63 кибла. Угу. 60, ну, киблов 65 там с запасом тогда, да? Возьмем. Надо сварить, просто у меня 63 максимум. Пойти, тебе этого должно хватить, у него тютелька в тютельку должно. Ну, блин, рисковать тоже не стоит, ребятки. Могу сейчас бегать, сварить еще. Да, кетцеля тогда сюда этот. А, этот. Еду можешь в кетцеля положить? Да, сейчас кину. Ага. Так, это чей кетцель, кстати? Наш? Это я, который привез его, или это не мой? Гера, это твой. А Гера, по-моему, выращенный, не? Ну, он здесь приручен никем, показывается. Точно. А чё у него хп-то нет? Ну, этот, он же, я же первый раз, он же меня поймал же, Гера. А этот, блин, Гера, говорю, гигант. Это, берите эти, как его, ну ладно, сейчас сам. Еда в кицале, колючки тоже в кицале.
В общем, чтобы до конца его затомить, нужно, чтобы у него голод... А куда он пошел? Он сам пошел? Это я. Я же испугался. Я поближе просто, ну, чтобы бомжи не всякие там не это... Куда я тут пошел? 670 надо, чтобы был. 670, хорошо, спасибо, Думыч. Ну это джекпот, господа. С этим гигантом, это джекпот. В общем, а как ты его не видел-то, Ренат? Он возле базы был. Хорошо, что я тогда прилетел туда. Я прошел на колотке, что самое главное, туда-обратно. А у них, кстати, что самое интересное, они вот реально подкрадываются, получается. Вот когда он тебе там со спины подходит или что-то, ты даже не слышишь, что он идет. Да, ты слышишь, когда ну последние 2 секунды, там два шага, там бум-бум, да. Потом хау, да. И все, блин. И в воде, кстати, я заметил, он когда в воде ходит, он бесшумно ходит. У него просто земля трясется, он его не слышно, когда он идет. Блин, теперь кормить его, перекормить. Ну а что теперь делать? Вам с киблы куда положить? Просто в кицале не стало? Пока не надо ложить. Не надо? Давайте, может, пока сгоняю. Холодильник. Сварю еще тогда киблы. Да. Давайте я довезу. Довезешь меня? Конечно. Я пока так, сварю там еще Рина, что-то запасных. Рина, ты если что, этот, присмотри, да, я сейчас быстренько когда схожу. Угу. А то после этих эпических приключений там... с гигантом мне надо в одно место сходить. Спасибо. Потом Эти, как, кстати, эти, ребят, колючки не забудьте, лежат в этом.